Техника, с которой мы работаем, она получила название психонетика, термин заимствован у японского предпринимателя и футуролога Тэйси Кадзумы. Вот задача, которая ставится перед нами, перед этим массивом техник, это начать действовать из себя. Вот с той позиции, когда действуем мы. Глаза перестали дергаться, но это еще не значит, что мы полностью овладели деконцентрацией. Вот методы деконцентрации внимания, они выводят на это. Вот концентрация внимания, мы выделили фигуру. Деконцентрация, наоборот, мы добились того, чтобы фигуры как таковые у нас исчезли и появился общий фон. У вас возникла интенсивная зубная боль, а вы находитесь в лесу, стоматолога рядом нет. Деконцентрация по ощущениям тела дает возможность эту боль не то чтобы убрать, но снять реакцию на нее. На первом вашем семинаре это был шок, после которого я 2 года не занималась психонетикой. Давайте попробуем сейчас деконцентрация по ощущениям тела. Он ведет нас к тому, что мы можем в какой-то момент не только чувствовать свое состояние, но начинать управлять этим состоянием. Вот, ну, давайте сейчас немножко погрузимся в эти переживания, глаза закрыты. И тогда в какой-то момент мы начинаем переживать сам промежуток, который ограничен этими хлопками.